Если вы потеряли ключи, то скоро вас ожидает. Потерять ключи от квартиры весьма неприятно, не оберешься забот и хлопот. Однако можно себя утешить, ведь такая потеря отнюдь неплохая примета. Она сулит благоприятные события или служит полезным предупреждением. Символическое значение. Чтобы лучше понять, о чем говорят приметы, нужно разобраться в символическом значении ключа. Его основное предназначение – это открывать и закрывать, другими словами – освобождать и ограничивать. Ключ ассоциируется со знаниями, развитием, изменениями, раскрытием тайн, а еще он означает время и власть. Потеря ключа в первую очередь говорит о переменах. Обычно они происходят во благо, даже если к ним тяжело привыкать. В любом случае, после происшествия придется купить другой ключ и замок, или заказать дубликат, и это символ чего-то нового, шага вперед и на следующий уровень. От чего вы потеряли ключи? От дома. Потерять ключик от дома или квартиры не только досадная неприятность, но и счастливая примета. В первую очередь она хороша для незамужних девушек и неженатых мужчин. Очень скоро они не найдут себе половинку, поменяется холостой статус на семейный. Для женатых и замужних ситуация может сложиться по-разному, но в результате она тоже будет полезной. В семье однозначно произойдут перемены, связанные с партнером или детьми. А возможно, сын или дочь уже повзрослели, и вам надо изменить отношение к ним и снова найти подход. Будьте внимательны и терпимы к родным, чтобы правильно реагировать на изменения и извлекать из них наибольшую пользу. Иногда домашние обязанности ограничивают человека, не хватает времени на развитие собственных способностей и талантов. Потери – это знак, что скоро все переменится, найдутся новые возможности и время для самореализации. Кроме того, примета подчас говорит о скором переезде или покупке нового жилья. От гаража. Потерять ключ от гаража – это предупреждение, пересмотрите манеру езды, будьте аккуратны на дороге, всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Если намечалась длительная поездка, перенесите ее. Данная примета неоднозначная. Прежде чем трактовать этот знак судьбы, нужно принять меры предосторожности, сменить замок и тщательно следить за автомобилем. От машины. Ключики от машины часто теряются неспроста. Обратите внимание на здоровье и собственный вес. Не исключено, что вам надо больше ходить и дышать свежим воздухом. Есть и прямая трактовка. Пришла пора сменить автомобиль, и скоро подвернется хорошая возможность. Автомобиль ассоциируется с свободой передвижения, из-за чего примету о потере ключей трактуют как временные ограничения, вынужденную привязанность к одному месту, явлению или человеку. Возможно, в ближайшее время из-за работы или других обязанностей вы не сможете осуществить запланированную поездку, да и вообще будете ограничены в действиях. В худшем случае это намек на негативную зависимость, которая уже начинает контролировать вашу жизнь. Другие приметы. Потерять ключи накануне экзамена – это к успешному результату. Перед деловой встречей – к взаимовыгодной договоренности. От офиса или другого места работы скоро появится возможность карьерного продвижения. От дачи у вас возникнут новые интересы и увлечения. От погреба с припасами к хорошему урожаю, достатку и процветанию. От шкафчика с бумагами к прибыли, повышению зарплаты и получению наследства. От чужой квартиры или номера в отеле к перемене круга общения. Связка ключей. Если потерялась целая связка, перемены будут сыпаться одна за другой, что, скорее всего, покажется неприятным. Дискомфорт в данном случае неминуем. Вы окажетесь в подвешенном состоянии, когда земля уходит из-под ног и не на что опереться. Однако помните, что это временная нестабильность. Самое главное – это верить в лучшее и постепенно привыкать к новому положению вещей. Если кажется, что проблем слишком много и неизвестно, как с ними справляться, нужно просто перетерпеть, решайте задачи по мере важности и не хватайтесь за все сразу. Очень скоро вы увидите, что стали сильнее, увереннее и даже получаете удовольствие от преодоления трудностей. Как нейтрализовать негатив? Однозначно плохих примет об утере ключиков нет. Те из них, что не сулят счастливых событий, служат предупреждениями.
Главное – это разгадать знаки судьбы и принять меры, чтобы в дальнейшем все сложилось наилучшим образом. Нарочно выбрасывать ключи не рекомендуется, но иногда это становится символическим способом избавиться от ограничений. Сама по себе потеря весьма неприятна и может привести к негативным последствиям, поэтому сразу меняйте замки и включайте сигнализацию. Не бросайте связку куда попало, заведите несколько ключниц в квартире, на даче и переносную. Можно повесить неброский брелок-талисман, оберегающий от утери, воровства и неприятностей. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.